И в теории сейчас может быть баг. Мы можем... Да, ребята, это рекорд. Всем привет, с вами Никита, мы сегодня играем в обновленные танчики Hills of Steels. Как вы знаете, у нас было обновление, у нас появился новый танчик Бак. И в этом видео, по традиции, мы с вами будем открывать только легендарные ящики на новом аккаунте, чтобы посмотреть, сколько нужно легендарных ящиков, чтобы выбить новый редкий танчик. Что, ребята, это новый аккаунт, как видите, здесь пока никаких танчиков нет, только стандартная Кобра. Поэтому не будем затягивать видосик, переходим сразу же к нашим сундучкам, легендарные сундуки, и поехали. Первый сундук, полетели. Смотрим и считаем сундучки. Первый сундук, ребята, конечно же, у нас сразу будут выпадать обычные танчики, а потом уже, по идее, нам прилетит баг. Так, первый сундучок есть, ребята, поехали. Второй. Второй легендарный ящик, еще один редкий танчик. На этот раз это баллиста. Это я сказал редкий танчик, обычный танчик. Так, третий легендарный сундук. Третий обычный танк Джокер. Поехали дальше. Четвертый. Четвертый легендарный ящик. Пока добиваем. Добиваем обычные танчики. Ну что, пятая. Пятый легендарный сундук. И у нас, ребята, редкий танчик. Смотрите, 5 легендарных сундучков. И в теории сейчас может быть баг. То есть, по идее, если мы можем купить с вами 5 легендарных сундучков на новом аккаунте, мы можем... Да, ребята, это рекорд. Это рекорд. 5. Всего лишь мне понадобилось 5 легендарных ящиков, чтобы открыть новый легендарный танчик баг. Ну, это, я не знаю, это какое-то везение, это точно. Итак, ребята, теперь второй эксперимент, очередной новый аккаунт, только в этот раз мы будем открывать уже эпические ящики. Давайте сравним, сколько нам понадобится эпических сундучков. Напоминаю, легендарных нам понадобилось только 5, чтобы открыть новенький танчик. Ну что, поехали. Первый эпический сундучок, но по идее будет все сейчас то же самое. Да нет, ребята, смотри, из эпического ящика нам вообще никакого танчика не выпало. Первый раз такое. Да ё-моё, вообще не выпадают танчики. Так, это у нас уже третий. Третий эпический ящик. Ну, наконец-то. Наконец-то обычные танки пошли. Четвертый. Давайте пятый. Ребята, уже пятый. С легендарного мы уже открыли танчик. Ё-моё, шестой. Так, много ящиков надо будет открывать. Седьмой. Восьмой. Ух ты, и сразу эпический танчик. Ничего себе. Так, ладно, идем дальше, давайте. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Странно, вообще не выпадают танчики. Ну, наконец-то, обычный. Двенадцатый. Двенадцатый ящик. Так, тринадцатый. Короче, не выпадают. Не выпадают танчики. 14-й, ребята, 14-й уже эпический ящик. Давайте, 15-й. Наконец-то обычный танчик. 16-й. 16-й обычный ящик. Ничего, 17-й. Да что такое? 18-й. 19-й, да сколько можно? Сколько этих вот эпических ящиков? Наконец-то! 19-й и... Это осадный танчик, не повезло. Но в теории мы могли с 19-го эпического ящика выбить танчик. Новый танк-баг. Так, был 20-й. 21-й. 21-й. Ничего. 22-й. 23-й. Да сколько? Сколько их надо? Так, эпический танчик выпадает. 24-й. Меня интересуют только редкие. 25-й. Надеюсь, я не сбился хоть со счета. Так, 25-й. Мы наконец-то закрываем все обычные танчики. Значит, сейчас будут редкие танчики. Так, 26-й ящик. 27-й. Ну же.
28-й. Сколько? Сколько нужно? 29-й. 29-й. Это жесть. 30-й. Наконец-то. Есть редкий танк. И это баг, ребята. Есть. Короче, нам понадобилось ровно 30 эпических ящиков. Ну, не знаю. По-моему, это что-то с чем-то. Это очень много. Ладно, давайте сейчас посмотрим, сколько нужно нам открыть редких ящиков. Ну что, ребята, очередной новый аккаунт. Давайте проверяем, сколько нам нужно уже редких ящиков, чтобы открыть новый редкий танк баг. Поехали. Первый редкий сундук. Ну, если было эпических 30, это что, 50 нужно будет открыть? Ну, посмотрим. Короче, буду быстро открывать. Второй, главное считать редкие ящики. Так, это третий был, да? По-моему, четвертый. Ё-моё, я уже, наверное, сбился. Поехали, пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Ничего не выпадает. Десятый. 10 ящиков, только один обычный танк выпал. Ладно, поехали. 21-й. Ух ты! Вот это сейчас может быть баг. Пожалуйста. Это чонг, ребята. А могли с 21-го. Круто. Ладно, поехали дальше. 22-й. 23-й. 24-й. 60 ящиков. И ничего. Так, 61-й, ребята, ну же. Это Катюша. 61 ящик, и это Катюша. Так, ладно, 62. 63. 74-й. 75-й. Так, ребята, 75-й ящик. Это осадный, да. Вот сейчас просто не везет. Так, 76-й. И это жнец. Да что ты будешь делать? 76-й ящик, это только жнец. 77-й был, 78-й, 79-й. 80-й. Ну было классно. Два редких танчика подряд. 92-й. Есть. Это башня. Ё-моё. Я забыл, что есть еще башня. 93-й. Погнали. 93-й. 94-й. Точно сотку откроем. 95-й. 96-й. 97-й. 98-й. 99, и сейчас будет, ребята, сотый, соточка. 100, 100 редких ящиков уже открываем. 101. 102. 103. Есть, наконец-то, ребята. Это Атлас! О боже мой, 104, да сколько? 105-й. 106-й. 107-й. Я уже даже ничего не хочу говорить. Наконец-то, ребята, 107. 107, нам понадобилось 107. 107 редких ящиков. Я даже не хочу пробовать открывать обычные ящики, потому что из обычных ящиков... Давайте посмотрим, какой там процент. В обычных ящиках. Так, в обычных редкий 0.25 показывает. А у нас был в редком 3.75. Вы представляете? 3.75%, что из редкого ящика нам выпадет редкий танчик. Это жесть просто. Если открывать обычные ящики, тут вообще процент 0.25. 0.25. Это нам надо открыть, я не знаю, сколько, 200, 300, 400, даже больше, 500 ящиков.
500 обычных сундучков, поэтому нет. Короче, если хотите открыть нового бака, откройте лучше 5 легендарных сундуков, либо откройте 30 эпических, либо откройте 107 редких. 107 редких ящиков. Давайте на 2 бака хоть глянем. Так, где этот бачок? Вот он бак. Здесь я могу, это хакнутый аккаунт, сразу качнуть его на максималочку. Мне просто очень хочется посмотреть, как он будет себя вести на максимальном уровне. Как он сейчас будет выносить всех. Так, суперспособность. Давайте еще рикошет возьмем. Пули поражают ближайших врагов. Поехали. Бак на максималке. Хочу немножко катнуться на нем. Ну-ка. Готов. Ну тут вообще, конечно. Готов. Это классно. Хочу в основном аккаунте своем тоже его прокачать на максималку. Тут вообще двустволочку зарядил. Оп, а тут я просто промазал. Ну класс, мне нравится, что он танчиков относит. У него есть такая крутая ударная волна. Он их, особенно босиков, приподнимает и откидывает. Так, сейчас попробую сразу с двустволки. 2 выстрела одновременно сделать. Так, подъезжаю. И двустволочку, ну-ка. На! Бак 15 левел, это топ. Ну что, ребята, вот такой видосик. С вами был Никита, подпишись, палец вверх, комментарий. До скорого, пока-пока.